Китай. Россия, кстати, не на последнем месте, что очень радует. Обратите внимание, сколько, вот видите, Россия, да, у нас есть. Обратите внимание, сколько стран здесь перечислено, а для нас это с вами какая-то... Елена, Россия, Барская Нина, Россия. Это то, что делает наше здоровье, ну, можно сказать, идеальным, да? Вот, мы, занимая эту нишу, кроме нас эту нишу не занимает никто. Это международное развитие и... Нужно быть просто человеком с огромным сердцем. Пожалуйста, первый слайд. И сейчас вы когда увидите, я хочу, чтобы вы почувствовали вообще, как нас... Конечно, за 10 лет их много, но самый яркий. Я вдохновляю девчонок, мальчишек, семьи рожать много детей, потому что сегодня хочу рассказать про свое восстановление после... Маркетинг-план. Маркетинг-план – это... Анжелика, обладатель автобонусов в компании, бонусов недвижимости, руководитель самой крупной американской структуры в нашей компании. Инна Доровских, Старый Оскол, Россия. Мероприятие, самое основное, это делать то, что говорит тебе наставник. Мой новый изумрудный директор. В первую очередь. Конечно же, пользоваться базовыми навыками, о которых мы сегодня уже с вами услышали. Знаете, сейчас у нас идет бизнес-интенсив, я только что выступила, дальше, моя тема была «Результат», рассказывала про восстановление после родов. Вот, сейчас тебя снимаю с другого телефона, всем привет. Для здоровья на 100 долларов в месяц. Что такое 100 долларов в месяц для здоровья? Это 3 доллара в день, час какой. С мужем уехали в Америку с одним чемоданом, и жизнь начали буквально с чистого листа. За короткое время я нашла работу няней, по выходным я подрабатывала на клининге уборкой. На Олимпиаде, на которой передается факел огня. И вот этот факел, огонь, который передается от сердца к сердцу, это настолько зажигает, это настолько тебя возбуждает, что ты просто не можешь уже спать. Хочется идти и не иметь ночи в своей жизни. Потому что действительно вот этот огонь, который сегодня раздается, сегодня здесь на наших событиях бесплатно, я хочу посоветовать всем, берите, берите и несите его. Где живет дюймовочка. А так как я из Сибири, из центра Сибири, я случилось так, что я не люблю зиму. И я вот мечтала всю свою жизнь ехать там, где тепло, где нет зимы и всегда цветут цветы. Это мой любимый. В день на встречу с людьми. Через 2 месяца вы сами себе будете удивляться, потому что уже в вашей фотографии будет квалификация и золотого директора, и изумрудного директора, потому что те скорости...